Ветераны МВД и ветераны боевых действий в Республике Афганистан, школьники и молодежь с родным триколором в руках прошли по сельским улицам под патриотические песни. Моя добрая, щедрая мать, дорогая отчизна моя. История триколора уходит корнями в глубину веков. Трактований цветовой символики масса. Традиционно белая полоска символизирует свободу, синий – цвет Богородицы, красная – символ державности и цвет крови, которую проливали за родину бойцы. Анапчане знают историю флага. Впервые поднят был на боевом корабле «Орел». Утвержден был Петром Первым. А второй раз был учрежден в 91 году, по-моему. Когда развалился Советский Союз. Мне кажется, наш флаг ничем другим не сравнится. Ну, по-моему, самый лучший флаг, потому что я горжусь своей страной, я горжусь своим флагом. После взятия крепости Азов Петром Первым, 1683 год, 22 августа, был основан наш российский флаг, в принципе, поднятый уже официально. И стал официальным флагом нашего Российской Федерации. В 1917 году флаг, красный флаг, серп молот, да, вот был основан. Этот флаг, можно сказать, это тоже флаг нашей победы 41-45 года. Как бы он тоже нам близок, потому что мы все-таки в это время и родились, под ним воспитались тоже. Но история все-таки берет свое, и наш триколор тоже нам очень близок. На стадионе почетные гости поздравили участников шествия с праздником и пожелали удачи в предстоящих соревнованиях. Лучшее проявление патриотизма – здоровый образ жизни и спорт. Стартовали велогонки для любителей и опытных спортсменов. Ветераны прониклись общим соревновательным духом и остались в стороне и тоже сделали круг по стадиону. Победители получили в награду памятные подарки и кубки.